саженцы актинидии доктор Шимановский Д.Р. Шимановский пользуется спросом как при создании различных композиций в декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне, так и просто у любителей вкусных и необычных плодов. Для сорта характерны пестрые, окрашенные в зеленый, белый и розоватый цвет листья, окраска которых проявляется при хорошем освещении и достижении растением возраста от 3 до 4 лет. Образуют плоды хороших вкусовых качеств, которые при созревании опадают. Хорошо выдерживает отрицательные температуры, а в случае поздних весенних заморозков хорошо восстанавливается. Актинидии Коломикта доктор Шимановский – это лианы высотой от 300 до 403 см. Цветет растение в месяц май. Его плоды созревают в месяц август-сентябрь. Важно, что актинидия Коломикта доктор Шимановский самобесплодный, обои полый.